Добрый день. Летели сегодня в Арабские Эмираты. Вот только что нас заселили, вышли, дали нам номер на 10 этаже. Просили, я на 11, 12 или 13, но не было. Заселили сразу же по приезду. Вот идем, иду к своему номеру. Коридор, вот самый нам крайний угловой. Номер 1011. Привет, Наташа. Привет. Ты уже зашла? Привет. Ну и как? Вот. Первое ощущение. Тут жарко. Первое ощущение. Ага. Жара стоит. Вроде кондиционер есть. Вид с коридора. Заходим. Заползаю. Заходим в номер. Малыми. В этот номер. Что у нас тут есть в этом номере? Так, ну посмотрим. Начнем с самого главного. Посмотрим туалет. Так, что тут? Туалет. Унитазик. Довольно цивильный. Тут что у нас? Мыло-дозатор. Вода горячая. Угу. Большое зеркало. Тут зеркало с увеличением. Обыкновенное. Фен. Два полотенца. А шампунь и мыло? Ну, вот шампунь, вот мыло. Так, до завтра, да. До завтра. Душевая, по-моему, не снимается. Ну да, там. Душевая приделана навечно. Ага. Стоит так. Так, вода горячая идет, проверю. А я не пойму, для чего там? Не знаю, ноги помыть. Так, унитаз смывает, все, посмотри. Ну, да. Фен есть. Так, вроде все работает. Проходим дальше. Так, тут у нас большая кровать, как мы и хотели. Набор тут. Чайник электрический. Две кружки. Палочки. Чай, кофе, сахар. Две бутылочки воды. Сливки есть. Угу, это хорошо. Сливки. Сейф. Сейф. Маленький холодильничек. Ну, нам хватит. Угу. Сейчас пойдем в магазин Лулу. Куплю там крабов. Положим в холодильник и буду потом их отваривать. О, пакетик такой. Вешалочки. Хороший. Но мы приехали без курток, ничего не брали. Так, на стене телевизор. Довольно-таки большой. Телек. Хисенсе. Вот есть тут. Главное, чтобы под USB разъем был. А то мы взяли флешку с фильмами закачанными. Тумбочка. Тумбочку, креслице такое, довольно-таки хорошее. Тумбочка одна, такая прям хорошая. Столик такой хороший тоже. Ну, вид из номера на дорогу. Дорога. Открывается окно. Открывается, только как, не знаю. Наверное, туда вовнутрь она выдавливается. Короче, пока ломать. Нормально напоследок. Да. Зачем тут открывать, когда я дорога, автострада на минус. Бабушка. Рабочая зона. Угу. Ну, пока всем довольны. Все хорошее. Креслица. Такой столик, как бы. Столик. Так, ну сейчас телевизор закрываем. Еще тумбочка. С телефончиком. Ой, есть даже два фильма обеспечены. Будет все смотреть. Ну, пока все довольно-таки нравится. Угу. Картина. Сейчас переоденемся, умоемся. Попью я пивка, привезенного с собой из Воронежа. Угу. Тут Шарджа самый такой эмират, где запрещено все. Алкоголь не продается нигде. Угу. Поэтому привезли с собой. В дьюти фри взяли, как обычно, в нашу, где она есть. Вот, там вот, слева. Нашу любимую водочку. Тут зерно. Угу. Берем каждый раз. Датское, 50 градусов, литр. В Воронеже в дьюти фри. Оно стоит намного дешевле, чем в Москве. В Москве последний раз летали в Таиланд, брали ее почти 15 евро. В Воронеже она стоит 9,50 евро. Угу. Последнюю, правда, взяли на витрине больше, ну, да. Черной не было. Потому что все в ней градусов больше. А тут по 50.
50 градусов. 50 так градусов. Что, есть чем. Вечерами. Но нельзя нигде выпивать, кроме как в номере. Да. Так что. Конечно, шкафчик плохо, что не закрывается. А нигде не закрывается. Да? И что, 4 вешалки, да? Да. Ну, в общем, все как-то вот так. Пока все устраивает. Такой вот номер у нас. 10-11. Кондиционер регулируется. Правда, по-моему, кондиционер без пульта. Да, у тебя нужен пульт. А лампочка как светят, да? Лампочка как светят. Так, сейчас в телевизорах есть русский канал. Вот смотри, какие тут каналы. Велком, добро пожаловать. Это не датчик дыма, люди нет. Говорили некоторые, курили. Нет? Не знаю. Поливать стал номер водой пеной. Да, 10-й этаж. Конечно, не малый город, да? Город большой тут. Везде магазины, шикарные. Народу по городу вообще никого нет. Все на машинах едут. Ну что там, что-нибудь нашел? Каналы русские. Интересно, воду каждый день меняют, дают? Да? Чай, кофе каждый день тоже. Хорошо, 20 градусов сейчас, да, поставлен. Ну тут ничего, прохладненько еще, нормально. Но выходишь в коридор, как кто-то снимал, красный там верблюд, желтый верблюд, картины в коридоре. Ну тут можно вешать. А, нашел? Да, первый канал. Да, первый канал это не самый худший вариант. В какой-то стране мы приехали, была только карусель. И я целыми днями, вечерами и ночами смотрел «Маша и Медведь». Все мультики в Праге. В Праге, да. Но в Испании тоже в этом. Все, только один. По-моему, не было в Испании. Так что ждите следующих видео. Сейчас пойдем в магазин «Лулу», поменять деньги. Самый хороший, говорят, курс. Снимем магазин. Ждите видео про этот. И про моих любимых крабов. Специально взял щипчики для чистки крабов. Так что ждите следующих видео. До свидания. Все, пока.